Дорогие друзья, с вами Сергей Любавин, и мы начинаем новую рубрику в социальных сетях. Условно я ее назвал «Замочную скважину». Сегодня мы вам расскажем буквально там в двух словах, как это, что происходит на той стороне сцены, за кулисами. Вот у меня такие штучки, это так называемые «энейры», американские наушники, специально заказываемые по строению вашего уха. Сначала выливается восковой слепок, потом в Америке изготавливается этот ТТР для более удобной работы артиста на сцене. К нему подключается вот такая база, которая ведет к приемнику звукорежиссера, и вот такой микрофон, дорогой он, как машина стоит. И мы сейчас вам все это продемонстрируем, как, в общем-то, работают все артисты. Пойдемте на сцену. Рассказываем вам о каких-то мелочах, о закулисной жизни, которые вы не увидите и не встретите никогда. Сейчас буквально через полминуты я побегу на сцену, у нас начнется концерт, зрители уже аплодируют, свет в зале погашен. Вот, и поэтому вот стою, волнуюсь, вы видите, на самом деле сейчас взволнованного артиста, который сейчас пойдет на сцену давать концерт для зрителя и для вас. Отдыхаем вместе. Любая. Мы друг другу шли.